Оставшийся комплект документов на регистрацию в Леноблизбирком представил временно исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко. Он баллотируется кандидатом в губернаторы региона от партии «Единая Россия». Среди представленных и принятых рабочей группой документов – подписные листы депутатов, так называемый «муниципальный фильтр» и окончательный список сенаторов от Ленинградской области. Вот что заявил Александр Дрозденко по поводу этого списка. Список сенаторов от меня не изменился. Это Белоус, это Тюрина и это Фомин. Я считаю, что люди все достойны представлять Ленинградскую область и правительство Ленинградской области в Совете Федерации. Белоусов, вы знаете, что он зампредседателя Законодательного собрания Ленинградской области, сегодняшнего его местной работы. Фомин сегодня действующий сенатор от правительства губернатора Ленинградской области. И Тюрина, это наш главный кардиолог, очень активная женщина с активной жизненной позицией. И она еще может поконкурировать даже с мужчинами. Действительно, хорошая тройка, активная тройка, но я посмотрю, как они будут участвовать в выборной кампании вместе со мной, потому что это и их выборная кампания в том числе, и уже по итогам выборной кампании приму окончательное решение.